Зима пришла на Урал. Автомобилисты выстроились в очередь в шиномонтажные центры, коммунальщики вывели спецтехнику для посыпки дорог противогололедной смесью. Но есть те, кто снегу рад. Во дворах стали вырастать снеговики, а дети вышли играть в снежки. Ульяна Шелькова. У природы нет плохой погоды. Снег на голову. Ранним утром здания, деревья и автомобили укрыло белым одеялом. Устранять последствия снегопада первым делом выехала коммунальная техника. Работники начали обрабатывать дороги противогололедной смесью еще ночью. При таком количестве осадков коммунальщики высыпают на дорогу порядка 100 тонн смеси. Из-за большого содержания соли она хорошо растворяет снег. Первым делом посыпают дороги, по которым курсируют пассажирские автобусы. Затем центральные и внутриквартальные улицы. Работает порядка 10 единиц техники. Продолжаем обрабатывать. То есть ситуацию держим под контролем. В случае необходимости есть возможность выпустить тяжелую технику на подмогу. Работа кипит и во дворах. Нина Реутова очищает снег с 8 утра. За день нужно привести в порядок территорию около 18 подъездов. Сложно то, что он сырой, тяжело. Руки устают. А так мы уже привыкли. Лопатой гребем, когда много. Лучше, конечно, когда он сухой снег. С осадками борются и автомобилисты. Прежде чем выехать на работу, они очищают свои машины от снега. Это же не сложно. Какая-то физическая работа. Это нормально. Урал. Никуда не деться от этого. Явление природы. Ждем больше. Чему тут радоваться? Ну, обычное дело для Урала. Так что не радоваться, не огорчаться нет смысла. Это, в общем-то, закономерно, что выпал снег. Выехав из дома, первоуральцы спешат переобуть автомобили в зимнюю резину. В шиномонтажках большие очереди. По словам работников, поток клиентов не прекращается ни на минуту. Я утром встал, смотрю, машина вся в снегу. На завтра прогноз погоды минус 7. Если ехать на нешипованной резине утром, то это опасно. Вот. Я решил поменять сегодня. С утра решил поменять колеса. Поменять резину советуют и сотрудники ГИБДД. В последние дни на улице укрепился минус, из-за чего на дороге образовывается гололедица. Сегодня в городе произошло несколько аварий. Фотографиями с ДТП горожане делились в социальных сетях. ГИБДД города Первоуральска рекомендует водителям быть предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров и увеличивать дистанцию перед впереди идущим транспортным средством. Но все же не для всех. Снег сегодня стал проблемой. Многие ему искренне обрадовались. Одни лепят снеговиков, другие играют в снежки у себя во дворе. Эмоции положительные только. Играем, щечки раскраснеются, домой пойдем, будем отдыхать. А сейчас очень радуемся снегу. Но все равно ждем еще тепла. И оно вскоре вернется. По прогнозам синоптиков, ближе к выходным в городе снова будет по-осеннему тепло. Температура составит 8-9 градусов со знаком плюс. Ульяна Шелькова, Вадим Шолохов. Хроника дня.